Итак, всем привет, дорогие друзья, с вами Totem Pout. Спасибо большое тебе за поддержку, за то, что ты поставил лайк на прошлой серии. Если ты писал комментарий, то тоже тебе огромное спасибо, потому что благодаря именно вашей поддержке я понимаю, что вам нравится, какие игры вам нравятся. И вот, разумеется, благодаря тому, что вы хорошо поддержали прошлую серию, я продолжаю в этот новый четверг. Far Cry Primal. Ну что ж, ладно, давай поехали. Так, удерживайте его, чтобы искать, собирать зеленые листья для сейвы. Нам надо найти зеленые листья для сейвы. Так, что у меня имеется? У меня есть дубина, у меня есть лук. Дубина или лук? Дубину надо поджечь, наверное. Так, дубина, жир зверя. Поджечь. Ну, так, на всякий случай. Подожжем. А то мало ли звери какие-то дикие, а стрел на них тратить... Тратить на них стрелы особо-то и не хочется. Офигеть. Разблокируйте крюка. У меня еще крюка нафиг нет. Ну, отлично, чё. А чё я могу? Я могу мешок охотника сделать, шкура кабана нужна. А можно нанести две приманки, 8 кусков мяса, 8 кусков жира. Так. Каучан, можно нанести 8 стрел. Так, ну окей. Стоп, а приманок у меня нет, да, или есть, хотя хрен его знает. Ну, наверное, тут мне не дают выбор сейчас приманок. Вот я кручу колесиком мыши, у меня тут нет ни гранат там каких-то типа, ничего. Ну, наверное, скорее всего, пока у меня только тупо приманки, в конце концов, это древний мир, тут нету гранат. Удом есть мясо. Что сделать-то надо? А, вот что будет? F, чтобы выполнить. Стоп, тут что, противник есть? Что это? А это тоже не надо. Вот там кто-то был. Охуеть. Здорово, мужики. А, рот ебаный, на нахуй, сука. Так, а ты хуй? На тебя. Обыскать. Точно, ресина, господи. Ой, фу, блядь. Наших жрут собаки. Ужас-то какой. Людоеды, что ли? Ой, банут-то люди, а. А тут кто? О. Отлично, приманка хотя бы есть. Так, вот еще зеленые листья. Так. Не, ну реально. Ебать вы ебанутые. О, как раз дикая собака. Это же дикая собака, надеюсь. Так. Ладно, чувак, не мучайся. Ой, че я сделал? Ой, стой, стой, стой. А, это я так поджег, типа. Эпично. Так, стоп, вон там мужик, надо его это ушатать, хотя это не мужик, это пес. Чуть я опознался. А, во, вижу, что надо. Вон зеленый лист там. Что за рыболовные сети? Разве рыболовные сети были? Странновато.
Так, давай. Зеленый лист. Фигачим домой. Мы красавцы, мы молодцы. Мы все смогли. Цели. Ну да, тут, кстати, очень даже так красиво. Я бы даже сказал, прекрасно. Здорово. Ой, ебать ты. Ебать ты, баклажан, на тебе поебало. А ты хуй, дебил. Ой, бля. Так, ну-ка. Чё, соснуть хочешь? На нахуй. Выходи, ёб мать. И хули. Вот взял выше, блядь, да сдохнет. Наконец-то. А я могу стрелы, например, изготавливать, не знаю. Наук. Навыки. А, вот мои навыки есть. А, удерживай, чтобы установить одну ячейку этого здоровья лечить. Так, чтобы вы можете с легкостью обновить. Так, этот навык также влияет на вашу сову. Первобытный скрытность, чтобы бросить камень, опять рогов. А, стоп, это я все знаю. Вот, еще одну ячейку здоровья. Карта. У нас сейчас день. Так. Так. Не, реально, откуда я стрелу возьму? Я просто пока в душе не знаю, откуда стрелы. А может быть, тут какой-то магазинчик есть, я не знаю, на базе в доме. Просто вообще понятия не имею пока. Так, у него вот кремешек есть. Так, понеслась. Идем домой. Все у нас супер. Сейчас Сейли дадим травки. Еще, правда, неизвестно для каких целей. Так, ну чё, на. Сейла. Сейла. Для твоей раны. Громкие крики сегодня. Ты слышишь? Крики? Ты протолкнуть в рану. Жестко, наверное. Спасибо. Я идти увидеть Урус. Там много опасностей. Волки, медведи. Удам. В этой пещере безопасно, ты других винджи искать. Об этом месте говорить. Новые жители деревни, население двое. Ты искать наших братьев Инджи Такар, сказать им в пещере безопасно.
О! Так. Опана. К шаману сходим. Хотя не. Чем идти? Сложность низкая. Захватите этот сигнальный костер. Погнали на сигнальный костер, что ли? Стоп. Доступный рецепт целебного снадобья. Нажмите, чтобы открыть меню еды. А, вот. Возвращение. Так, открыть тайник. Тайник — это место, где хранятся ваши лишние ресурсы и предметы. Так. Так, помощь. Доступ к тайнику. Предметы являются тайники. Так, ага. Захватывайте аванпост. Тайник собирается с сейла. Вещи добавляются в тайнике каждый день. Так, улучшение хижины до второго, это еще редкий предмет, возвращающий, забирайте станка, предмет, который вам нужны. А, во. Чтобы открыть меню изготовления. Так, требования. Копье. О, копье появилось. На копье давай-ка возьмем этой ольхи из тайника. Мне же могут дать ольхи-то. Ольха. Так. Альха. Есть копье. Так, тут у меня лук. Тут дубина. Тут лук, тут дубина, тут копье. Нормально. Сейчас захвачу там один аванпост. Но я так понимаю, что там аванпост должен быть-то по сути. Так. И надо бы будет вон того чувака. Такого типа прикольного. Найти и привезти в деревню. У него должны, наверное, вот быть всякие наркоманские миссии, но это не точно. Копьет хорошее, мне нравится, устраивает. Хоть что-то новенькое дали мне попробовать. Да, обычно в Far Cry там катаешься на машине, а тут пешком везде ходи, изучай. Смотри на мир другими глазами. С доисторическими карасями. О! Здорово! На-на! Ой! Ты чё? На тебе! О-о-о! Бля! Не туда! Совсем не туда! А, стоп! Сам сдох! Ну вот это вот плюс главный. То, что тут звери сами по дороге подыхают. Показалось, люди есть. Это вот как раз и удобно. Что? Ты кто, блядь? Пошла вон. Так, это у меня что, шкура дикой собаки, так, да? Ага.
шкура кабана, мешок охотника, у меня теперь больше вещей. Шкура дикой собаки на колчан побольше. Ну окей, окей. Надо дойти до туда. Так, на тебе. И успокойся. Так, погнали. Мешок с мясом почти полон. Странно. Вот-вот-вот, на какой-то фиг на карте нарисована какая-то дорога. Но я этой дороги, если честно, не вижу. А, разожгите сигнальный костер, чтобы захватить его. Так это ж изи. Получается. Чё я боялся-то? Сигнальные костры. Сигнальные костры отмечают вашу территорию после того, как вы их захватываете. Ой, захватите. Зажигайте сигнальные костры. Убить врагов поблизости, чтобы захватить их для своего племени. Захваченные сигнальные костры разблокируют точки быстрого перемещения, позволяют отдыхать в безопасности и открывают доступ к тайнику. Так, хорошо. Это не аванпост. Так, ну и кто тут? Кострище на куте. Чё, людей? Никого нет? Серьезно? Так, а что я должен сделать? Последняя дубинка. Во как это! Кострище на куте, захват сигнального костра. Отлично. Быстро захватывая сигнальные костры и вражеские аванпосты, разблокируйте новые точки быстрого перемещения, позволяющие путешествовать по игровому миру. Вы также можете быстро путешествовать в вашу деревню, чтобы строить ее, улучшать хижины. Быстрое перемещение в режиме выживания уменьшает ваш запас выносливости. Быстрое перемещение, нажмите им открыть меню карты. Так, ну это да. Все это я знаю. Что за ты? О, население плюс 3 человека. Круто как. Жаль, пока не научился стрелы делать. Если можете, подскажите мне, как тут стрелы делать, или может быть я еще до них просто всего-напросто не дошел. Просто пока я не могу разобраться с этим. Так, где там чувачок? Вот к нему. К нему нам надо. Так. Бабочки здоровые летают. Все круто и прекрасно. Так, от этого дикого мира ожидай все, что хочешь. Так, вот и спалились, сучары. Я их сейчас, значит, это... отвлеку. Отвлекитесь. Один готов. На тебе нахуй. Так, 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 так. Блин, дали бы мне его стрелы, хотя бы, а то я не умею делать. Так, ух. Шкура волка. Неплохо. Так, ладно, валим. Ой, Мишка. А как Мишку пройти? Никак, да? Мишка, смотри туда. Ран. Бля. Не. Не. Не-не-не.
Блять! Ну куда лезешь-то? Ой, бля! Не! Иди нахуй! Быстро нажимайте Д! Отъебись! Пожалуйста! Да ты, блядь, буйный, что ли? Отъебись, пожалуйста! Пожалуйста! Вот скотин-то, а! Бля! Вот такие вот дела. Так. Окей. Поехали. Пробуем еще раз. Что-то игра провисать стала, мне не нравится сейчас. События Винжа, спасение, убейте заходчиков и спасите пленников. Ну и чё, всё. Это я попутал, да, пацан? Ох, козлы-то. Так, как там на тап? А, вот. Вот так теперь исцеление у меня работает. Идти на запад, там найти убежище Винжа. Салима Хали, все, давай. Пошли. Новые жители деревни. Еще один. Да так скоро армия будет. Каменные пальцы. Что? В пещере сидишь, да? Да, в пещере сидит. Сильный дух. Кто ты? Человек-волк? Я Тинсей. Я звать сильный дух, медведь, носорог, тигр. Затем появится ты. Я знаю безопасное место. Ты иди туда, Тинсей. Нет. Руку. Кровь, чтобы видеть, как духи. Ты пить из сосуда жизни. Бля, ну не делай этого. Такар пить. Оу, щит. Пусть твой дух свободным быть, пусть ходить, куда хотеть. Ебать, распидрасила. Оказавшись в землях Изила, глядите в оба, ищите и уничтожайте там что-то. Не успел прочитать. Иди мне, звери. Найдите проводника. Звери меня не пугать. Допустим, куда-куда-то перейти надо. А, вот он. Куда-то вести меня. Оу, щит.
Следуйте за проводником. Нифига я тут летаю. Круто. Правда, тут это непривычно. Тут W вверх, а C вниз. Ёб твою мать. Офигеть. Эпично. Так, а куда мне дальше? А вон эта сова, блин. Так, ну погнали. Нафига сова уходить? Но она хоть ждет, эта сова, блин. Ты показать мне. А вот он, проводник. Да, чётенько. Долго мне за этой совой-то летать? Знаете, ёб твою, блядь, я ещё не привык. Обычно на S летал вверх, а тут на S вниз. Так, мамонты, не мамонты, вот. Дофига всего. Наркоманит-то как? О, ну сколько можно? Давай уже заканчивать, сова. Вау. Зверей-то сколько? Приручить? Теперь быть моими глазами в небе. Оу, круто. Видение зверя завершено. С помощью правой кнопки мыши дайте сове команду атаковать врагов. Ой, то есть при помощи левой. Сейл из Винджа последует образу убитых людей ее народа. Она отрезает уши Удом, там еще. Так. Ты подчинить сову. Сон. Не сон. Дух совы называть тебя хозяином зверей. Хозяином зверей, да, и ты хозяин зверей. Смирить диких духов, заставить их помочь тебе. Хозяин зверей, ты украдет сову, сможешь украдить воющего зверя. Ты найти белого волка, вожака стаи, только ты украдешь его дикий дух. Так, ладно, дорогие друзья, мы продолжим в следующей серии, а то у меня уже тут времени-то много, мне торопиться надо. Ну что ж, ладно,
Надеюсь, тебе понравилась эта серия. Поддержи, разумеется, меня лайками, там, чем хочешь, хоть комментариями. Ну, мне самое главное, что тебе понравилось. Ну, я надеюсь, что тебе понравилось. Ну что ж, ладно, всем удачи, всем пока.